Всех привет и правильного процента, продолжаем проходить Империю Тотуар. Так, что у нас вообще тут происходит, что у нас вообще тут есть? Этот город мы постепенно штурмуем. Сколько тут осталось? Еще два хода. Но они по-любому будут выходить. Да куда они будут выходить, я без понятия просто. Ну, мы посмотрим это в следующий, может, ходу. Так, что у нас? У нас 6 тысяч есть. Построить тут много чего есть. Значит, много чего можно построить. Так, ты у нас идешь сюда, да чего, не знаю. Пускай идет. Так. Здесь что у нас? Так, тут у нас... Понятно. Ты у нас идешь сюда пока. Как у нас дела по сопротивлению? 7 осталось сопротивления. Замечательно, просто замечательно. А где наши корабли? Корабли у нас здесь, да? Щелкните правой кнопкой мыши. Ну, я жду там строительство, да? Да, чтобы скоро будет построен у нас. Переместите флот к побережью и щелкните правой кнопкой мыши на береге. 450, давай я тебе закажу, еще 3 хода будешь настроиться. Так, господа. Давай, наконец, себе построим. Ну, это я строить не буду. Можно еще это построить. Давайте экономик чуть потратимся. А у нас оно противника здесь у нас. Только здесь один есть. Который здесь сидит. А, тут вообще никого даже нету, нифига. Офигеть просто. Ну тут слишком толпа их, блядь. Вот это мне не нравится на самом деле. Так, что у нас тут армия? Надо было тут улучшать. Ну ладно. Ничего страшного. Ну, 3000. Может даже и в следующем ходу это построим. Значит, мы будем строительством заниматься. Так, что у нас здесь? А, вот это можно копить за 2 хода как раз. 7000 у нас даже будет, а? Очуменно просто. Ну что, пропускаем ход. Посмотрим, какие действия у нас будут происходить. По ходу дела мы уже... Если так, мы уже заканчиваем эту империю товар. Концовка какая будет. Ух, тут еще на армии приперлась. Очуметь просто. Вот это мне не нравится. А вот с кораблем можно и справиться. Надо сюда флот свой отправить, на самом деле. Знаете, что будет, блядь. Ну это начнет свои грабежи, блядь, как всегда. Ой, как мне это бесит, эти грабежи дурацкие, блядь. По всей карте. Да, и получается то, что у меня останется после этой прохождения Империи Тотуар. Вакраб 3. Очень много серий записал. Так, окей, он выходит на поле. Пушки не будут готовы, не подойдут к нам на помощь. Жалко, нельзя здесь как-нибудь сделать. Ну, давайте в атаку, господа, в атаку. Будем видеться, как они все это сделают. Ну, точнее, записывается. Чего не было, чему запись идет. Вот, как всегда, мы стоим, как не знаю кто, блин. Ладно. Будем мы заниматься ерундой, как всегда. Так. Цифра 1. Вот так, да, приблизительно. А, понятно, как тут у нас дела идут. Аж это нормально так. Берем так, делаем. Так, конницы у нас здесь нету, да? Блин, тут холмы у нас, не очень хорошо. Вы сидите на ту сторону. Тут холмы. Вот сюда, пожалуйста. Только вот вы здесь будете, а вы здесь будете. Вот так вот. Все замечательно, тоже так же делайте. Так, вы будете здесь стоять. Вы будете здесь стоять. А он на всякий случай здесь будет стоять, да? Вот так вот, блядь.
где-то вот, ну, так вот примерно, вот так примерно. Ну, это на помощь, это что, им? Ну, все, думаю, нормально так будет, да? Начинаем. О, они уже здесь близко находятся. Ёб твою мать, а я так далеко нахожусь от них. Надо по-любому стрелять. Может, нафиг это надо, пускай ядрами стреляет. Они уже конятся сюда, бегут, блядь. Ну чё, вы боитесь за свою, можно сказать, столицу, которая скоро наша будет. О, тут разница, блядь, вообще ни о чем. А почему там показывают такое, а показывают здесь другое, а? Тут вообще ни о чем армия. Ну, это как бомбочки у них. Да, или нет, и фиг узнает, что за оружие у них такое странное. Так, а картечь ты не достренешь. Да, картечь вы не дострелите, очень жалко. Пострадают у нас только вот эти войска. Ну, ждем атаки ихней. О, блядь, как с автомата стреляет. Один остался. Ёб твою мать. Бля, они все в одно стреляют. Да, чумено просто. Да, отряды у них огромные, господа. Двенадцать, 16, 11, 15. Так. Куда со мной у нас? Нихуя не действует нигде, блядь. Идите, пожалуйста, вот сюда вот. Вот так вот. Так, что у нас по пушками? А вы куда там стрелять собираетесь, дебилы? Своих шую? Да по ним стреляйте нам. Можно даже вот так встать. И все будет замечательно нам. Вот так где-то. Да, блядь. Он где-то вот так приблизительно, вот. Что-то я не понимаю, что творится-то нахуй? Не стрелять нихуя, заебали, блядь. Тут какая-то хуйня творится непонятная, блядь. Своих обстреливают как-то, блядь. Кроме этих, эти можно стрелять. А, стреляйте не без команды, блин. Все. Вот так делаем. И погнали в атаку. Нихуя тут как отскочило. А куда вы стреляете, не пойму нихуя. Да уж прям землю хуярить. Как и я, были времена, блин, нахуй. Я говорю, прям лошадей ебаш своих собственных, блядь. Это без проблем, блин, нахуй. Ну чё, в атаку, господа, стреляем. 7 человек осталось. Прибежали опять и чуть не ебанули, да? Ну чё, господа, в атаку! Вперед, 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 вперед! Погнали!
Все, отойдем, блядь, и ебанем по ним. Да, тут две лошади погибло. Они решили стрелять в землю, где лошади находятся. Вот это вот это, блядь, сопротивление, которое осталось, которое будет сопротивляться. Можно сказать, блядь. Нам только на выстрел подойти и все. А все остальное по барабану вообще. Не-не, вот так делать чуть-чуть. И вот так вот. Приближайтесь, пожалуйста. Не-не, прям так, блядь, пиздец. Вот так вот, блядь, стрелять будете сейчас. Блядь, ну это пиздец просто. Стрелять по ним. Так, блин, там. Ну стреляйте, блядь. Нихуя, он провалился сквозь землю. Ну и чё? Заверши битву, конечно, и нахуй мне нужна эта, блядь, битва, блядь. Я на это не подписывался, господа, не. Так, окей. Осталось трое. Да, наш город. Всё, господа, это наш город. Мы Османской империи взяли Стамбул. Столицу Турции, можно сказать, в данный момент. Так, он и Константинополь был. Восточная Римская империя, господа. Вот такая у нас история. Блин, опять их смотри, как они ходят. Очумеешь от них, блин. Все, Османская империя грозит. Там у нас только грозить могут греки. Греки могут грозить нам. А там перестроить и церковь поставить. Не знаю, греку сможем мы победить или нет. Но этим отрядом вряд ли там сейчас там будет, у тебя будут бунты, опять такая фигня, блин. Это по-любому, как минимум. Бля, Индия пидор нажилась. Тут персы были, которые нас на войну пошли, но тут Индия решила. Персы на нас напали, а Индия, блядь, их раскрушила, нахуй, пока сами думали, блядь, как воевать. Отменно просто, да? Просто события просто офигенные. Вот нафига эта им толпа здесь далась, я не понимаю, блядь. В кучу встанут? По новому отряду. О, мы тут стоим, нам пофигу. Ну, вообще на все насрать. Да? Глава вашего правительства получил от представителей высшего сословия ноту протеста. Если вы не выполните их требований, может начаться восстание. Если пойдете на уступки, протестующие. Так, нападение. Нота протеста. Знать, ваша держава направила ноту протеста по поводу ситуации в области. Недовольство достиг политического уровня. Ой, бля, пиздец. Уду. Требует реформы, нахуй. Вот так мы делаем. А что мы сделаем-то? Так, тут что у нас? Давай церковь, школу церкви поставим. Так.
Так. А где у вас здесь, господа офицеры, мне интересно? Простите. Медленно иди сюда. Здание за ученый, которое... С развитием виноградарства, виноделия... Винодельной здесь нет. Сельскохозяйства нет. Занимайте виноградниками территории с подходящим климатом. Такие, где хорошо растет дикий виноград. Так. Чинить. Подожди. Обсерватория Султана. А что он дает она? Знает вообще. И сюда, короче, бантик. Что пожелаете, скрытность, моя стихия. Ну денег нам за мной не дадут. Отсюда я денег не буду брать. Пускай пока успокоится. Забастовку рабочих. Да блять, фиг с этим забастовку рабочими. Это мы захватили. Это замечательно. Оспа и вакцинация. Ёб твою мать, оспа и вакцинация. Ну пока так, починим. 5000 у нас почему-то написано. Ну ладно, ничего страшного. Так, где тут у нас ученые-то сидят? Во, да? Да, сжечь его. Охуеть. Просто очуменно, блядь. Сжечь. Их. Ну тут армия особо не нужна. Эта армия пригодится. А вот эту, блин, можно даже вытащить и пойти уже на Грецию. Почти. Здесь идешь сюда. Здесь пока все нормально тут строится у нас. Ну, конечно, замечательно было бы. Да, очумено просто. 71 год, нихуя себе ты уже там. Что такое будет стареть, блин? Ничего не успевает сделать, уже стареет. Так, флот. Сюда, пожалуйста. Вашим услугам, капитан. И будем сейчас разбираться с этими, блин. О, у нас тут агент появился. Дронин. Хочу сюда сходить прогуляться. Ты идешь сюда пока. Стоишь здесь. Так, тут починки нам не нужно. Здесь вот тут армия, и здесь и стоит армия ихняя. Даже два генерала, очумей просто. Даже два генерала, господа. Даже два. Вот это мы сейчас будем уничтожать. Не сейчас. Через серию. Поплыли сюда. Вашим услугам, сэр. Не знаю, будем играть или нет здесь битву. Ну, порт надо туда освобождать. Можно так сказать. Так, окей, ну что, пропускаем код, дальше продолжаем. Тут ничего такого нету. Нет, а мы не выполнили ничего, на самом деле. Вот это надо захватить, которое мы потеряли. Ну, этот больше, блин, надо захватывать здесь. 30 провинций. Не, мы ничего не выполнили. Ну, это мой первый опыт. Ну, не опыт уже ее, конечно, не особо много ее играл. Долгий мой опыт, который я уже всю игру, можно сказать, прошел почти. Ну, они ушли обратно. Там еще какая-то армия у них стоит, будет стоять. Я думаю, зависло нафиг. Ну, это как всегда, надо на них идти на самом деле. Они таки будут всегда ходить по всему местам, точнее, блин, чтобы грабить нас тупо и все. Больше особо ничего не будет. Это вообще какой-то фигней страдает, без сил сюда-сюда. Ход теряет, блин, просто тупо. Опачки, там кто-то высаживается. Там, господа, высаживаются где-то у нас. Очуменно просто. Османская империя не сдается, нифига. Вот это мне не понравилось. Вы видели, там армия была? Там была армия. Там была армия. Там, господа, была армия османская.
Небольшая, но все равно же была. Грабить будут, скорее всего, или город захват, который у нас не защищен. Придется, надо уводить армию одну и смотреть, куда они будут приземляться. Да, приземляться. Такое у нас повод событий, приземляться. С 9-го года мы приближаемся, остается очень мало времени. Впереди. Да, как они замучили тут бегать так, а? Очумели просто. С ума посходили уже. Сука, бегать. Да, интересно. Да, блядь, тут еще больше, больше. Бак, что я тут скоро будет, блядь. Они еще больше притащились. Еще больше. Так, так, так. Нам объявляют войну. Охуеть. Опять с ними нам воевать. Офигенно просто, господа. Отказался участвовать в этой войне. Ха, отказалась, и она нам теперь не союзник, да, получается? Но эти войска пойти, это очень плохо. И теперь ловить эти, блядь, войска везде по всей, как сказать, территории нафиг. Это тупость уже. Опа. Столицу захватывать, это, блин, геморрой. О, туда же корабли их не появились, офигеть просто. О, припёрся, блядь, о, припёрся-то, а. Ну вот это вообще изм. Вы видели, сколько, блядь, отрядов здесь? Я так и думал, я так и ожидал, и ждал, блядь, что они сюда придут. А, понятно, где они высаживаются, и тут греки. Недовольство не так, Ростоковый союз, понятно. Так, нападение торговых будет понятно, понятно, налоги, понятно. Торговое соглашение Ростоков на Испания. Соглашение Маратха. Ну, это я знаю об этом. Это я знаю. Ух, нихуя здесь вот пару событий. Понятно. Творится, не знаю, что здесь, да? Господа, вы не приохранили здесь у нас тут творить прям чудо без чудес? Так, окей. О, там еще будет. Идешь туда? Тебе я предлагаю все-таки пойти. А, мы можем сюда напасть, на них. Да? Дожди. Ваша светлость. А, мы посмотрим, что тут творится вообще. Чем могу служить? Ну, школу я тоже не буду делать. Вот это построим здесь. И мы здесь, господа, почти. Это уже наша... Город наш. Так, как тут у нас дела? Да все тут нормально. Даже можешь себе его сюда добавить. И ничего плохого здесь не будет, да? Все замечательно просто. Так, успешная операция. Это я знаю, уже постепенно уже заканчивается. Отчет строительства. Это наш генерал, можно сказать, получается. Починим здесь. Да, так, как у нас тут дела? Ну, более-менее нормально уже наша религия. Тут у нас что? Ёб твою мать! Чем могу служить? А что тут случилось? Вообще осада здесь какая-то стоит. Вот пики видны. Что-то я очень... А, пикеты, они встали здесь вокруг. Понятное дело, нихуя тут армия у них, господа. Я просто в шоке. Вот это чудо в перьях. Очумено просто. Я просто в шоке. Это фигня полная. На самом деле, ну из Москвы, блядь, тащите. Пока притащишь, офигеешь просто. Все, достаточно, больше у нас ничего такого нету. Да,
Торговля у нас провалилась. Дипломатии забей, Жим. Почему ты с нами не хочешь торговаться? Положить торговлю. А, блин, нахуя испанцам вот этот, эту область давать? Я вот не понимаю вообще. Не, я отказываюсь, вы что, ебанутые. Это понятно, так, наши переговоры. Все, я согласен. Союзники мы снова. Так. Ну, мы с ними воюем, с ними, да? Охуенно просто. Ну, Греция это фигня. О, Норвегия. Прожить торговлю. Все, мое просто сочетание все неприемлемо. Ну, понятно. Отказали они на торговлю. Вот, с вами могут поторговаться, попробовать. Согласен я. Все, с ними торгуем. Уже торгуете. Замечательно просто. Так, Великобритания. Начать переговоры. Прожить мир. Понятно, не хотим нифига. Так. Голландия. Положить мир. Понятно, все ясно. У нас все жопа. Ну, короче, нас сейчас все будут мочить, получается, да? Да. У нас война здесь будет теперь. Теперь эти будут бегать, и это не только эти бегают, это могут... Вот эта армия может вообще на Казань пойти у нас. А у меня в Казани вообще никого нету, кроме одного отряда. Отчумить просто, блин. Ну, это, блин, я не хотел так, что было. Я этого не хотел, чтобы так происходило. Как у нас тут дела? Ага, тут только вот так вот. Нормально? Нормально. Пойдет. Идем сюда. Да. Чувствую, мы все просрем сейчас. Ну ладно, ничего страшного. Ну что, погнали. Обнаглевшие они здесь, блять, у нас. Те и какой-то торговлю нашу. Так, автобой, конечно. Победа за нами! Чего, блять. Мы победили, но при этом, блядь, у нас только кораблей осталось. Вы что там делаете-то такое, блядь? Я в шоке просто. Это у чуда. Он уплыл. Вы можете атаковать флот другой страны, когда он появится. Охуенно просто. Ну ладно. Ты тут сможешь переплыть? Выше, чтобы начать сражение. Не выйдет. Да, вот это ФПС было. Очумели просто все. Короче, горим. Приступаю. Что творится? Очуметь просто. Несмотря на то, что времена флибустьеров уже миновали, во время войны все еще принято нападать на вражеские суда. Чтобы получить доход от налетов на торговые корабли, щелкните правой кнопкой мыши на торговом морском пути. Какой нахуй, блядь? Так. Что такое вообще? Классический университет. Похитить технологии. Давайте попробуем похитить технологии под конец серии. Да, уже 30 минута идет. Попробуем похитить технологию. Так. Ну да понятно, позволяет вот это нанимать. Угу.
Ну, есть идея вот этот украсть попробовать. Давай. А что у нас изучается? Другое. Замечательно просто. Все просто замечательно. Ну все. На этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии таких прохождений. Все, удачи вам и пока.